Ржев – это наш город. Все здесь просто, весь город прекрасен. Ржев – это где живу я и моя семья. Ржев – это город, и мне нравится, что здесь есть центры, кинотеатры, дома высокие и река. Мне нравится в Ржеве кататься на велосипеде с папой. Ну, в Ржеве много магазинов. Очень хорошо тут. В принципе, маленький город. Нет городской такой особой суеты. Но Ржев очень красивый город. Вот что я только могу сказать. Больше всего мне нравятся памятники нашего города. Мне нравится на Советской площади, потому что там очень весело, много чего есть. Ржев – это город, а мне нравятся больше всего уточки. Мама работает на заправке, она там заказы принимает. Папа работает на заводе, я не знаю, что он делает. Папа работает директором, мама зоотехник-селекционер, они оба работают на свинокомплексе. Мама работает библиотекарем, заведующей. Папа работает механиком, инженером. Папа работает директором, а мама ветеринаром. И папа делает, чтобы никто ничто не нарушало, а мама лечит свинюшек. Мой папа работает в агропром, мама работает швеей и шьет одежду. Моя мама работает с кладовщиком, она дает тракторам масла и солярку, а мой папа работает в Газпроме. А он газокомпрессорный машинист. Мама работает на агропромкомплектации, подписывает договора, отчеты и устраивает праздники. Папа работает на водоканале, работает водителем. Моя мама работает логистом по ЖД транспорту, папа охранником. Мама работает моя диспетчером. Она выписывает путевки комбайнам, тракторам. А папа мой работает водителем. Он возит хрюшкам корм. Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Наверное, да. Я думаю, ребенком быть легко, потому что можно играть с друзьями, в садик ходишь. Мы там изучаем буквы и еще цифры. Да, мне нравится быть ребенком, мне много игрушек. Ну, легко, потому что ребенок развлекается, учится, получает знания. В школе. Не особо, конечно, легко. Школа, проблемы иногда с друзьями бывают, ругаемся. Такое бывает иногда. Я думаю, легко. Потому что не надо работать. Нет. Потому что надо уроки делать. Мой любимый герой — это кот из Тома и Джерри. Мне нравится тем, то, что он целенаправленный. Я в детстве обожала Рапунцель. И вот это моя любимая героиня, потому что она сначала сидела в заперти и просто насквозь своей матушке ради любви просто пошла на все. То есть она очень добрая и в какие-то моменты просто была героем. Мне очень нравится русалочка, она плавает где она хочет. Мне нравится золотая рыбка, потому что она может наколдовать что-то.
Чебурашка, потому что он очень милый. Мне нравится Леди Баг, потому что она крутая, спасает Париж суперкотом. Евсейка очень смешной случай у него был, когда он упал в воду. Мне нет любимых героев. Я все любимые. Самый яркий сон. Я в детстве всегда мечтала стать русалкой, и это для меня сейчас немножко смешно. И вот этот сон, когда мне приснился, где я стала русалкой, что я вот переливала всем морем, вот этот самый был яркий сон. И я запомнила, что я шел по ступенькам, и я сел на кресло и стал королем. Ну, только если у меня мультики снятся. Это мультик про Митянтилас еще. Про единорога, самого старшего. И нажимаем мишки, и все. Это когда мы с командой заняли первое место на футболе. Происходило так, что я гладила коровок, лошадки меня катали. Еще там была бабушка во сне. Лена ее зовут. Она там доила коз, коровок, курочек кормила. Она собирала яички, я ей помогала. А еще в ночь я поглядела в окно, там козочка выпрыгнула. Я не испугалась, потому что я была в окне. Я даже не помню уже, это мне где-то приснилось в 3 года. Такой сон. И даже уже его не помню полностью. Даже если бы снились, я их все равно всегда забываю, какие. Потому что я встаю, я уже забыл, что у меня было, когда и почему. Волшебная палочка, я даже не знаю, у меня все есть. Я бы наколдовала что-то такое необычное. Я бы исполнила, чтобы у меня в деревне не этот домик с пауками был, а домик Hello Kitty. Он был настоящий двухэтажный. И там мы с Настей играем. Но Настя туда боится заходить, потому что там пауки. Но я захожу туда. Чего их боятся-то? Но они там большие, маленькие, средние, они там паутину плетут. Мне страшно, когда они там ходят. Бегают, мне страшно, я сразу из домика выхожу. Я бы наколдовала, чтобы я всех обыгрывала в играх. Просто. Ну, у меня все есть, я в достатке живу, у меня все прекрасно, и мне желать ничего не нужно, вот только чтобы в секции моей все было хорошо, и с командой, и не ссорилась, все было прекрасно. И я наколдовал, чтобы был Новый год. Я хочу еще. А сделаю так, чтобы все бездомные животные приобрели себе дом. Я бы просто лежал на камине, как Илья Попович, 30 лет и 3 года. Мне больше всего нравится биология, потому что там все вот это, о всяких микробах, это все вот так под микроскопом очень интересно все разглядывать. И мне это вот интересно все, как это все в маленьком виде выглядит. Мне нравится физкультура, потому что там можно позаниматься, повеселиться, поиграть. Азбука и рисование. Мне очень нравится рисовать, а по азбуке очень нравится читать. Но мне больше всего интересна математика, потому что это точная наука. На подготовительном мы проходим буквы. Мы уже несколько проходили. На математике мы проходим цифры и просто так учимся. Мне нравится одна физика. Там ничего не надо делать, просто бегаешь и все.
профессию толком я еще не определилась, но, скорее всего, возможно, я могу пойти на тренера. Возможно, даже я позову кого-то с собой, чтобы мы вместе набирали команду, потому что мне это очень нравится. Это путешествовать по разным городам, занимать какие-то места, кубки, призы. Вот это вот все это вот очень весело для меня, и мне это нравится. В будущем я хочу стать испытателем машин. Директором какого-нибудь предприятия. Управлять людьми. Чтобы все делали работу. Я хочу стать военным, чтобы защищать мир. Я когда вырасту, я буду пехпахером, потому что мне это делать очень нравится. Футболист, потому что я сейчас хожу на футбол, и мне очень нравится. Я хочу быть нападающим, потому что я быстро бегаю и забиваю голы. Я выбрала профессии две. Массажист и стоматолог. Можно вот так вот делать всякие разные. Что даже спина полегчит. Хочу быть продавцом, чтобы продавать обычные продукты, которые нужны. Потому что у меня все хорошо с математикой. Я еще даже не решил, кем я стану в будущем, да. Семья – это жизнь, это любовь. Родные тебе люди. Семья – это то, что самое близкое у тебя есть в жизни. Братья, сестры, родители. Это вот самое близкое окружение в твоем обществе, которые могут тебя поддержать, как никто другой. Семья – это место, где мы родились. Это мама, папа, старший брат и я. Это твои родственники, которые тебя всегда оберегают, поможет всегда в трудную минуту. Семья – это как, где можно поразвлекаться, поездить куда, сходить в кино, поиграть и со своими животными. Семья – это когда всех любят. Северной Кореи, потому что мне очень нравится Корея, вот даже вот чисто вот либо в Северную, либо в Южную, но я очень сильно хочу побывать в любой из Кореев, потому что очень хочу попробовать их еду, потому что там всякие вот эти айдолы и корейский поп. На море, потому что там всегда светит солнце, можно купаться. Я ездила на море со семьей, там мы там купались, пьяная вечеринка была. Я хочу быть в Африке, потому что хочу там увидеть других животных. В Мексику, потому что хочу на море. Я хочу попасть на Волгу. Я потому что никогда не была на Волге. Я бы хотела побывать в пустынях. Я бы там смотрела животных, как они выглядят. Я бы взяла с собой целую банку воды. Я бы хотела оказаться в Египте, потому что моя мама туда хочет слетать. Я бы выбрал север. Там можно со всеми снежками поиграть и друзей прислать, чтобы приехали.